Всем привет! Вышел на зимний пленэр. Напишу зиму, а то обещают потепление. Позавчера было минус 23, сегодня минус 7. Пока все не растаяло, напишу быстрый зимний этюд. Будем писать вон туда ли с домиком. Этюдника нет, сделал такой столик для удобства. Поехали, делаем набросок. Точно переписывать не буду. Хочу передать ощущение зимы, снега.
Дома уже дописывал, а то замерз. Добавил больше краски, подправил. Говорят, плохих этюдов не бывает. Мне результат нравится. А кому было интересно или понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока!